гидробак горячий. Обачки. Ага. Такие зубья. Короче, трактор не айс. Головка, говорит, нормальная. 2 года. Она ездит. Так, что у нас? Карданы? На базе Т-150 амур чернил делать. Большие нагрузки он не выдерживает. Сворачиваются карданы. Крестовины летят у него. Сцепление. Он только для... Погрузки. Для сельхозки. Для молодых побегов. Поросли. Только по маленькие поросли рубить. Все. Какие самые большие диаметры он брал? Самый большой он уже... Для него уже 12 сантиметров. Ага. Уже он не возьмет. До 6-8 сантиметров, 10, все, он не берет, он сразу валы сворачиваются у него, двигатель садится, нагрузка. Не... А сколько у него мощность у двигателя? 180 лошадей, он его не везет. А навеска рязанская, смотрел, да, поэтому? Да, навеска рязанская. Зубья нормальные? Зубья нормальные. Зубья нормальные. Короче, навеска у тебя, а сколько он у тебя моточасов уже отработал? Охренеть, не знаю. Ну, 2 года трактору, да? И он с навеской 2 года работает? Да. С навеской 2 года. Короче, по навеске проблем нету, но трактор носитель не очень. Трактор не берет. Трактор слабенький. И карданная на нем передача стоит под мульчер, она не идет. На нее надо ставить гидромотор, чтобы работал. Так, а по ходу уменьшителю? По ходу уменьшителю он под себя загребает, не пробрасывает, не выбрасывает. Нагребает и трактор... становится, задыхается, двигатель садится. В один проход, говорят, можно делать. В один проход ни хрена тоже не получается. Не получается. В один проход никто не сделает. Хоть любой мульчер, хоть нехай хвалит, не хвалит, а в один проход нет. Один раз прошел, завалил, получается, назад возвращаешься. Назад возвращаешься, добиваешь. Добиваешь. И, а бывает такое, что в 3 прохода приходится делать? Ну, бывает, где какая нагрузка. Понял. А самую большую площадь за смену сколько у тебя получалось выбивать, сделать? Я не знаю, по-разному. Если по линиям электропередач, мелколесья, кустарнички. Кустарники он берет больше, конечно. Гектар 2. Гектар 2. Выбиваю. Понял. А самые основные по поломке, вот у тебя, допустим, выходишь, работаешь, карданы выворачивают? Или еще? Карданы, валы. Летять на вал отбора мощности, основной вал, сцепление слабоватое, обороты даешь больше, он начинает сцепление жечь, он садится, нет, он не тянет. При тебе зубья не меняли на головке? Нет, еще не меняли. Еще не меняли, ну, нормально держится, головка значит нормальная. По трактору только вопросы. Так, а что ж у меня еще? Слушай, вот у меня на тракторах резина, на валтрах стоит лесная. Не прокалывается. У тебя не прокалывалось? Прокалываю. У тебя сельхозка обычная. И палки попадают, и все. Грыжи повылазили. У меня обычная мягкая резина стоит. Грыжи вылазит. Перегонов больших не боится трактор? Боится. Боится? Греется. Сколько ты проезжаешь, чтобы потом отдохнуть и остановиться? 50 километров проехал, остановился. Остановился, ждешь, пока коробка, все остальное, да, отдохнет, мосты отдохнуть. Так, что же я еще хотел? А какой у тебя расход топлива? Ну, расход по... В рабочем режиме, если ты работаешь. Это... По-разному, короче. По-разному расход. Температура +42. Белгородская область. Спекся вообще жестко. Вот какой-то такой коротенький обзор по трактору с мульчером.
два года, он уже уставший, замученный. Объемов на нем не сделаешь. Так, для обслуживания, для маленьких объемов быть на подхвате, я думаю, подойдет. Для кустарничков до 8 сантиметров. Подписываемся на канал Мульчер Эксперт, ставим лайк вверх, если понравилось, если не понравилось, ставим лайк вниз. Репостим в социальные сети, ну и обмениваемся ссылочками, может быть, кому-то будет интересно, кто-то будет задать вопросы по данной модели. Смотрим дальше.